Добрый день. Сегодня у нас обзор на такие вот щипчики с Гербеста. Стоят они там в районе доллара вроде были. Посмотрим. Открывается. Тут у нас какие-то характеристики. Как пишут, от 7 до 24 миллиметров можно делать прихваты. Посмотрим. Основа у нас сделана из пластмассы. Тут у нас такие плоскенькие. Не из пластмассы, а должно быть что-то жаростойкое. Ну, вот так они открываются, если побольше, но на сильно большой туговато. Возьмем что-нибудь, чтобы открутить. Вот маленький прихват. То есть вполне 510-й дрип-тип можно выкрутить удобно. Также можно спокойно выкрутить все остальное. 22-миллиметровая. Пластмасса такая нормальная, не сильно грубая. Ну, пустим нашу спиральку. Не сильно будет удобно прижимать, так как ходит тут маленький у них все-таки. А если как бы вату, допустим, поправлять, то вполне возможно это и делать. До новых встреч, что-то еще обозрим в ближайшем будущем.